Что на самом деле очень многие голливудские звезды реально очень хорошо относятся к России, особенно те, которые успели поработать в России. Таких, например, масса, как Шерон Стоун, как тот же духовный, как Мила Йовович, которая, кстати, тоже меня поразила недавно, заявив о том, что она всячески там, так сказать, почему-то вдруг стала против России выступать. Это было для меня такое, знаете, чрезвычайное откровение, потому что деньги она тут с удовольствием зарабатывала, да. Но на самом деле здравомыслящие люди, понимающие, с высоким IQ, например, как та же обожаемая мною Шерон Стоун, они совершенно понимают всю политическую подоплеку вот этой вот возни, которая сейчас происходит в мире. Поэтому я совершенно, как вам сказать, не шокирована тем, что многие звезды рекламируют банки российские, да, делают это, понятное дело, за большие гонорары, но тем не менее. Я думаю, что у них действительно очень хорошее отношение к России, по крайней мере, к тем людям, которые тут работают и которые успели познать русских. Я знаю очень много иностранцев, которые работают в России, они потом уже просто не могут без России жить. То есть они настолько вливаются, да, вот, в наш быт, в наши вот такие социальные контакты, потому что все-таки на Западе немножко общение другое, на другом уровне ментальном. Да? У нас все-таки оно более такое теплое и более, скажем, откровенное.